Давай на кладбище, Лэн. Мы уже совсем близко. Если этот голем улетит, мы никогда больше не увидим меча. Найти голема и забрать Набицура Каге. Привет всем, дорогие друзья, с вами Анри, и мы продолжаем прохождение игры Shadow Warrior на PlayStation 4. Блять, какие-то локации все однообразные пошли, вам не кажется так? Ладно. Всю игру, походу, мы будем гоняться за мечом. Я думал, что только один уровень, но нет. Оказывается, блядь, что не один. Так. Что у нас здесь? И куда нам нужно... А, здесь печать. То есть нам нужно где-то найти вот этот... Астрал этот. Так, что там у нас с деньгами? Мы же можем что-то прокачать. У нас же есть теперь еще и арбалет с вами. Вы помните об этом? А что он может менять? На что арбалет? А, арбалет или катана? А если треугольник задержать? Все равно, да? А если выбрать, я хочу УЗИ, револьвер. Хочу револьвер, допустим, выбрать. Чик. Все, понял. Меняется только так. Там кто-то, по-моему, уже рыгает, я слышу. Так, 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 тарак. Где там пацаны секелятся? А, вон они, блядь. Я здесь. Ладно, придется его оприходовать. Теперь у них щиты появились? Вот мы открыли печать, ту самую, которая там... Блять, туда... Зря я сюда упал, мне кажется. Возможно, что теперь... Тут ты, ёб твою мать, копатель. Тайник найден. Как теперь мне отсюда выбраться, вопрос. А, вот по машине, это хорошо. Я уже думал, все. О, еще один туземец летит. Что у них здесь за расчлененка была? Тайничок, пожалуйста, сюда гоните. Братик, я иду. А, это вы там еще, блядь, и не одни, я смотрю. Блядь, ёб твою мать, я тебя сейчас исыкаю. Вот так тебе. Не стоит ослаблять бдительность. Да я вроде не ослабляю. Блять. Слышь, хорош, иди сюда, кромсатель. Я тебя раскромсаю. Больше нет этих уродов? Вроде нет, поэтому нам нужно следовать. Блять, вроде нет. Вот они и здесь. Гляньте, здесь я смотрю, уже они с щитами. То есть для них это в порядке вещей, блять. Так, одного разрамсил. Это теперь будет, так понимаю, история, блядь, долгая. Подонок ебучий. Так, вот, пока щит не разрамсишь, все, они с щитом очень долго, блядь, крепятся. Все, братик, ты один остался. Сливай воду, блядь. А ёб твою мать. Жизнь, жизнь надо. Вот оно. Небольшая подгрузочка. И мы с вами движемся дальше. Всего лишь две звезды дали за эту херню. Так. Что у нас здесь? Ух ты, ёбаный сосок. Это что за, блядь? Это кто такие, блядь? Это кто, блядь, такие? Что за фейерверки? Что базарит? А, вот что базарит. Что, блядь, за... Я твердо отрицаю насилие, если только дело не касается людей. Это да. Людей можно типа бомбить. Подонок. Ля-ля-ля, уроды.
пацаны, ну вы сами напросились, блядь. Я вот демона превратился в серьезного, я смотрю. Ну, блядь, сюда идите, вы меня злите, нахуй. Ты не уйдешь от моей катаны. Так, эти подонки с щитами, блядь. Немножко подорвем их, я думаю. Была бы мне гранатка, блядь. А чё ты стесняешься, братик? Как я тебя, да ладно? Ты, блядь. Это взрывай новое испытание. Були на вечеринке. Сейчас у тебя пошло про меня, потому что я тут... Буйность добротную устроил. Бля, они еще отпускаются, отпускаются. Ты посмотри, блядь, на них. Ты приспешники какие-то спуска... Да иди мне! Так, нужно разбить ему щит, потому что, блядь, с ним он просто... Он пустынчивает сюда вон, блядь, подонок. Но они меня уже бесят. О, сердце. Ты можешь сердце выбрать. О! Давайте еще одно. А ну-ка. А на этого типа не влияет. Ах, черт. Иди сюда, сучоныш. Давайте жизнь немножко подкачаем. Это не все еще, да ебаный в рот. Что ж такое-то, блядь, творится-то. Это же тоже такое происходит. Так, 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 давайте, давайте наделывать, блядь. Ну что ты? Сука, один и остался. Да ты подонок, я смотрю. Что тот? На тебе. Быстро дерни меня за палец. Все, сука, надеюсь. Нет, не сюда, все. Это как роуд мув. Я переезжаю с места на место и убиваю все на своем пути. Это да, кстати. Не особо огненная движуха. Так. Получается, что у нас? Что у нас получается? Сюда мы можем занырнуть. Там, кстати, тоже что-то может. Давайте посмотрим, что могу купить. Оружие. Я бы хотел... Так, ну здесь мы ничего не прокачаем. Револьвер. 2200. Это я могу купить, кстати. А что могу на УЗИ прокачать? Специальный ствол. Этот ствол специально изготовлен для стрельбы смертоносными разрывными пулями, которые носят на 25% больше урона. Это классная штука. Лазерный прицел. Вот это хорошая штучка. Давайте купим лазерный прицел. И будем копить на специальный ствол. Так, нам дальше. Судя по всему, да. Небольшая подгрузочка опять. Хотя в этой игре подгрузки вообще и близко не должно быть, потому что, блядь, здесь графика, ну, весьма посредственная. Ну, по сравнению с первой частью, конечно, здесь графика бешеная. Та, которая еще в ДОСе была там или где, я не помню. О, кто-то уже хрюкает, я слышу. Ребятушки, не нужно хрюкать. Я сейчас приду за всеми и всех отлажу обязательно. Денег 100 нашел. 2 доллара. Блять, вот эти... Где они хрюкают? А, вон они, сука. Слышь, отчет начинаю. Пришлось тебя раскромсать, конечно. Это те, что плюются, да, пиздюки? Лёля, сразу подскочили со всех сторон. Ты что, блок умеешь ставить? Ай, какой молодец. Очко кармы. Пишет живой подонок. Бля, смотри, они выплевываются. Давайте очко кармы прокачаем куда-нибудь. Это в навыках оно получается, да? Знание. Так. Ага. О, давайте на 20% будем демонам наносить урон больше. Заклинатель использует точные удары, чтобы отделить демона от его ки, увеличивает наносимый малым демоном урон на 20%. А это большим, типа.
Даже самые могущественные демоны станут жертвой искусного охотника, вылишенного на Симурон. О, давайте я так начну, чтобы больших демонов тоже трусить. Большие демоны, я так полагаю, это эти, которые с этими щитами, да? А это мелкий подонок, наверное, пытается. Блять, лёд, ну, не вставай. Да, если ты здесь сейчас будет тарантелла серьезная. А что ты, блядь, блокируешь еще удары, подоночек? Тебе не стыдно. Что там у них за бочонки? Они, походу, взрываются, блин. Погоди, я иду, братик. Сейчас ты меня... Все, что ли? А что ты убегаешь? Иди сюда, коршун проклятый. Все, что ли? Так быстро, 3 звезды. Ладно, кармический приз. Там, по-моему, где-то есть тайники, я думаю. Вот по углам, может, каким-то, да? Это всего лишь деньги. Нам нужно 1600 насобирать на увеличение урона, по-моему, на УЗИ, да? Можно кролика... Ой, блядь, я его не буду мочить, потому что сейчас они опять... Ай, ладно, была не была. Черт, он должен был за мной бегать. Помните, как в той части, когда убиваешь при сношении одного кролика, и он начинает сатанеть. И отнимает почти все жизни у меня. Было такое уже. Так, мы какой-то храм поднимаемся с вами. Здесь кто-то в киселе лежит уже, в кабале. Сейчас будет подгрузочка, естественно. Как Resident Evil прям. Динокризис. Ой, блядь, здесь мне жизни дают, это уже нехорошо. Давайте сразу УЗИ, если что, приготовим. Такой лазерный прицел. Я в шоке. Можно было его и не качать. Ты правда не помнишь, за что тебя изгнали? Абсолютно. Память как пустой лист. Меня выкинули из клуба Аматракс, и теперь мне навсегда туда путь заказан. Типа мне должно стать легче? О чем они вообще? Блять, а куда мне свеч? Сколько здесь свечей? Так. Не знаю даже. О, тайничок небольшой. Небольшой тайничок. Давайте искупаемся и пойдем. Можно в рощу зайти. Нет, нельзя, блядь. Ну, точнее, я зашел в бамбуковую рощу, но она никуда не ведет. Это был обычный тупичок. Сейчас, судя по всему, сейчас будут пидорские разборки, мне кажется. Может, здесь еще полазим, что-то найдем. Мне, честно говоря, не особо хочется это делать. Может, где-то тайничок, да, прихранился. А залезть здесь нигде нельзя, никуда, да? Блять, вот это я просто так расхаживаю, как додик здесь, ладно. А вот, можно залезть, ёб твою мать. Опа, 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 па. А ну слезай отсюда. И ты сейчас пиздюлей получишь, братец. Лей-лей-лей. Бля. Ой, ух ты, я смотрю, они прям подготовленные демоны. Здесь все, Тимати, гляньте. Послезал немножко голов, конечно, я. Кстати, классно. Отлично. Это классная штука, между прочим. Вы заметили, как она рамсит пацанов? И меня. Больше, правда, рамсить некого. Возле меня. А вот эти ребята, которые плюются, они меня уже злят. Приходится им голову там отрезать. Это, походу, последний член. Да. Этот чмырь был последним. А куда нам идти? Позвольте. Меня спросить. Ага, это еще не все. Я понял. Сзади кто-то крепит, блядь. Так, ребята, уже отдохнули здесь. Не знаю, как тебе, а мне это нравится.
Да, можно... Сука, подгонок. Это бедные, они, конечно, с рекордами, они, блядь, жизнь отнимают, дай боже. Да ёб твою мать, сейчас посрезаю всем бошки. Достал на камень, не туда прокрутил. А ну-ка давай. Ну они пригинают это такие люди, ни хера себе. Ну не все, конечно, но некоторые. Я там, по-моему, чуваку лицо срезал. Нахуй пошел. А, вон еще ребята, я думаю, почему не заканчивается ничего? А еще просто рано. Это еще не все. А теперь все. А теперь вот туда. Окей. Так. Попадаем мы с вами в какой-то дом. Судя по всему, здесь какие-то подонки живут, которых нам нужно размесить по-конски. Так. Странная комната. Тупик. Все, значит, нам нужно было направо изначально идти. Да не надо меня пугать, я пуган. Бля, сейчас домик вам сломаю. Опа, братья, почему тут рассказываешь? О, Ленчик, там какая-то... Заперто. Уничтожьте магические печати, чтобы открыть дверь. Жевать или не жевать? Пирога не существует. Весело. То есть нам нужно три печати раскрыть. Ебануться. Целых три. Я бы лучше навалял кому-нибудь, чем решать тупые головоломки. Так, вон одна я вижу, да? Вон вторая. Давайте с красной начнем, что ли. Так. Красную мы раздамажили. Давайте теперь... Там уроды появились. Блять, как это раздамажить? Блять, я посмотрел, дело в том, что порезал. Как это дамажить? Я забыл. Ребята все подошли, блять. Обезглавливание. Может, сейчас надо этих отладить, а потом синие разбивать. Я просто забыл. Блять, это чемордес. А что бочки не взрываются? О, взрываются. А бочки-то взрываются. Слышь, ты петух шоколадный. Упади, пожалуйста. Промсоти, блядь, умирай. Вот, тут уже, я смотрю, вообще серьезная движуха пошла. Бура-бура, раб. Так. Взрываем бочку возле подонка. Кто живой еще? А почему нет звезд? Видимо, не всех убил я еще. А, о. О, надо было всех убить. Сейчас после этой херни должны появиться уроды. Естественно, вот они появляются. Потанцуем. Блядь, на кухне. Ой-ой-ой, смотрите. Серьезные развалы происходят. Блядь, по-моему, это не мое, не мой бой. Давайте чуть-чуть спрячемся. Ух ты, ебать. Так, тем временем демо FIFA 15 установлено. Давай себе жизни отсасывай, подонок. О, как приятно. Да, блядь. Хедшот. О, очки кармы я прокачал. Давайте-ка. Что здесь еще надо прокачивать? Так. Тоже мастер охот на демонов. Знают все уязвимые точки, какие на теле врага, и используют их для получения преимущества. Увеличивает наносимый большим демоном урон на 20%. Отлично.
А теперь можно охотник за головами. А что это такое? Одно дело использовать оружие, взятое у врагов. Использовать оружие, сделанное из врагов. Уже кое-что другое. Научитесь использовать головы демонов. О, вот это то, что, блядь, надо. То давай, слышь, ты петух. Блять, надо дело в том, что... Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте потихонечку жизнь как-то возвращать. О, можно и здесь спрятаться. Они сейчас тут не прострелят, ты понимаешь? А я могу прострелить. Блять. Да все, вафля, вафля, все, братья. Я думаю, ты со мной согласен. А вот кто мне остался. Скорее всего. Все, пидорва. Пойди, все. Да. Теперь остался один. Где он там? Я ж только два разрушил или три? По-моему, только две печати я разбил. Я не знаю. Да, где еще зеленая? Блять. Так, я разбил красную, разбил синюю. Зеленую не разбил, да? Зеленая где-то, блять, должна быть здесь. А вон зеленая, хер знает где. А как туда пробраться? Тут же нигде не зайти. Вроде нет. Блять, как к зеленой пробраться, ребятушки? Кто подскажет? Интересно. Здесь закрыто, да? Здесь мы зашли. Сюда мы не можем зайти. Блять, может, я где-то упустил? А, ну зеленая вон, мне как-то туда вот попасть надо. Да, блять, вот так и попасть. Взял, просто перепрыгнул. Так, здесь что-то лежит. Аптечка нам пригодится. Сейчас ребята злые вылезут. Блять, я так и знал. Вы только посмотрите, малыш демон стал. Блять, подонок. Так. Парочку тварей срубил. Этого можно взять, в принципе, на себя. Давай, пидорас. Обходим. Блять, его так особо не обойдет. Кто там еще стреляет? Ах ты, чуть-чуть, ладно, ты ж на пару ударов мне. И ты на пару ударов. Все, блять, мелкие уроды больше всего делаются. Сеня. Сеня. Сюда вынести, а вот, блядь, как. Ну, собственно, вот печать я и раскрыл. Нормально, катана работает, это самое главное. Так, я здесь был вообще, интересно? По-моему, я здесь не был, да? Да, я здесь не был. Какие-то переходы из здания в здание, блядь. Вообще серьезные вещи творятся. Патрончики, пожалуйста. Кстати, не знаю, с арбалетом мне вообще не нравится стрелять. Какой-то бред, блядь. Так, там видно тушки в окно. Опа, а, это броня, нихера себе. Тут еще и такое есть. Сейчас, видимо, что-то будет серьезное, я так понял. Раз мне броню дают. Блядь, ну это стрёмная движуха, ребята. Я здесь был? Нет. Опа. Опа-па. Демон моется. Братик, ты хотел меня напугать? Демон делает бум. Демону пиздец. Он уже ничего не делает. Он просто умирает. Так. Демон делает бум. Полотни. Красная теперь. Дай я скупнусь. А, хорошо, пошло. Можно я разобью стекло? Всегда хотел это сделать.
Мне нужно 1600. О, у меня уже 1700. Это я сейчас могу УЗИ улучшить. Что я, собственно говоря, и сделаю. Давай, давай, давай. Так, все я тут пооткрывал. Нет, не все. А ну-ка, давайте на оружие мотнем и прокачаем УЗИ мой. Катана, арбалет. Арбалет мне не нравится, не знаю. Вот УЗИ то, что надо. Специальный, о. На 20% больше урона. Вот это вообще отличная движуха. Выкован. Ну все, теперь, собственно, прошу прощения. Собственно говоря, блять, а куда мне надо? Я запутался немножко. Это я тут всех маслал. Мам, не туда. Потому что тут запутаться очень уж легко. Блядь, да что же я такой подонок? А, вот эти двери, да, которые я не мог открыть. Мне кажется, или ты прямо получаешь от этого удовольствие? Человеку нормально гордиться тем, в чем он спец. Мне попался ас в массовых убийствах. Это, кстати, да. Мне нравится. Мочмолить всех. Ой-ой-ой, что-то какой-то Будда здесь. Деньги, деньги, денежки. Нихера себе. Вежливость заразна, как и гонорея. Ничего себе сравнение. Так, что-то мне кажется, тут готовят к плохому. Прям меня ублажают различными запасами, ресурсами. Мне это не нравится. Это значит, грядет какой-то пиздец. Мы сейчас проверим. Хорёшь, я сказал. Так, а что у нас здесь? Тайничок будет? Нет, не будет тайничка, тюбе. Бамбук не рубится, нет. Бамбук металлический, судя по всему. Но будет битва титанов или нет? Кто-то рыгает. Пацаны. Видимо, там ребятки. А, вон они кого-то едят. По-тихому. Придется их урезонить. Я демонам люблю так же, как кофе, видя луж по всему полу. Не морится. Не, намного быстрее стало дамажить этих уродов. Заберем кристаллик. О, кристаллы ки я получил. Теперь что-то можно прокачать. Кстати, кристаллы ки редко получаются, я так понял. Давайте посмотрим. Кристаллы ки, это магия, да? Татуировочка. Так, а что у нас? Прыжок тигра. Освоение этой техники позволяет пользователю оглушить врагов на срок до 5 секунд. Мирная буря. Как ветер, задувавший свечу, ки-волна мирной бури гасит все эмоции. Ударная волна нейтрализует ярость противников. А, это выучено уже. То есть у меня... А, у меня уже все... Нет, подожди. Непонятно, что выучено, а что не выучено. Рев тигра выучен. Так. Давайте потихонечку татуировку себе прокачаем еще одну. Чародей. Так, идем дальше. Блять, тут это, кстати, миссия подлиннее, вы заметили? Что не так быстро, как прошлое проходится. А, ну это наконец, я так полагаю, я в какой-то храм пришел. Судя по всему.